Здорово, погнали далее. Подизучим этот мир. Так, у меня 7-й день захода. Выгул. Беремс. А твою налево. Блин, выберем голема. Я думал, можно будет что-то поинтереснее получить. Все сразу, к примеру. А, и все эти награды у нас идут. Вот это прикольно. Ух ты. То есть у нас будет юнит хороший ближнего боя. Так, мы его прокачать сможем для начала? 5 немножко поинтересней. Так. Сопротивляшка магии. Круто. Ну, прокачивать, конечно, сейчас довольно геморройным занятием. И это не холосо. А зато моментально ранг ему подняли. Ха. Лихо. Пятый это не 30-й, увы. Было неплохо. Так. Че по почте у нас там пришло? А, ну ладно. Так, о, привилегии у нас есть. Подразвить можем. А почему не мо... Я понял. Что-то стоит дороже всего остального. Зараза. Максимальная энергия плюс... О, ты да ладно тебе гонишь. То есть даже так тут можно? Че, серьезно? Охренеть. А вот это интересней. Так, ладно, задание. А, уничтожить уровни. Сюжетный уровень, да, 10 раз пройти. Давай по сюжетке просто проскочим тогда. Что же я могу сказать? А, почему я прекратил, во-первых, тут бегать, прыгать и скакать? Это уже интересней. Две 54 у меня, ну посильнее буду немного. Так, и воюем мы напрямую с дьяволом. Не есть хорошо. Но он напал на дракона, так что убийца с него никакущий. Хотя я бы так не сказал. Убийца злющий. Еще и какой, блин. Так, здесь у нас сколько? Так, хорошо. Survive.
37 секунд, конечно, многовато, но в принципе пока годно. Пока 3 звезды получаем, плевать. А вот наш последний здесь замок, еще надо будет некоторые задачки тут решить. Елы-палы. Не туда же нажимал. Как это не наши катапульты? Да я знаю, на что эта хренотень способна. Это может быть проблемой. Это подхиливать наш дьявол не умеет, или кто он там? Все равно 3 звезды. Это мы потеряли почти все отряды. А, ну, короче, подкоцали нехило, но выдержали. Сюжет завершен. А только я не собираюсь как бы сюда сейчас идти. Мне... надо обратненько. Так. Во-первых, еще минералы надо забрать или кристаллы. Как они там называются. Так, а тут у нас дядьки будут серьезнее, да? Ну, вроде как нет. Нормально. Так, что-то взяли, что-то подзабрали. Че это там трясется? Ага. А, если это древнего храма. Нет, я лучше это возьму. А, сундучок. Надо заслужить уважение мага. Чего, прости? Человека-лучника. Что-то я как-то не совсем понимаю. А, стоп, что? 44-45? Погоди-ка. Все, доперло. Я что-то остановился, потому что не смог пройти на 3 звезды. Я и забыл совсем. Ну, пошли, пройдем на 3 звезды. А вот теперь нормально, да? Хорошо. И все исчезли остальные. Так, я надеюсь, это все. Да, завершено полностью. 45 из 45. Ну, можно, конечно, пойти, но тут, скорее всего, войска-то будут сильные. Сомневаюсь, что их одолею, но попробуем, конечно. Посмотрим, сколько у них там. Ну вот 42 тысячи уже будет тяжело. Хотя, в принципе, блин, надо, да, своих будут улучшать.
до упора. Ну хотя тут что до упора улучшать? Скорее всего, надо нам будет сейчас открывать сундучки. Попробуем с ними. Ну давай еще один бой зарядим. Наверное, скорее всего, да, чесать сундуки открывать. Я еще компания есть. Еще дофига всего. А сундучки, может, чем-нибудь помогут. А, ну да, мне же надо больше золота-то зарабатывать, в принципе. Так что да, сундучки мне нужны. Долго все равно. Все равно долго. Тут у нас конница первую степь зашла, да? Жалко, здесь не дают, тут, к примеру, конница там первое место заняла, какую-нибудь добавок. Ну, чего-нибудь добавок. Не дают, зараза. Забавненько. Зараза. Так, с этим-то можем сразиться? Давай попробуем. Ой, 46. Ну, хз, слушай. Пытка, в принципе, не пытка. Хотя, ты еще под воп... Ой. Понял, кто это. Они в ближнем бою, в дальнем, блин, хороши. У нас есть хилер, конечно. И народу больше. Зато есть 5 еще великанов. Да, великан бы мне не помешал. В заднем ряду самое то было бы ему. А я палки-моталки зеленые. Понятно. Но мне от этого не холодно, лично пока не жарко. Но рубит он жестко. Опять 3 звезды.
А чё, погоди, у меня все живые остались? Вроде там у меня сдохла половина. Странно как-то. Это даже для меня неожиданно. Я думал, не смогу получить звездочек себе, но получил. Любопытненько. Погнали далее. И ох, столб. Ой-ой-ой, что я вижу. Ну, вообще-то, мне бы вот этих, наверное, поставить. Я их подготавливал. И будут хилеров, так что давай их тогда в этот ряд. Или все штуки. Блин, не знаю. Ладно, потом подпрокачаю еще этих демониц. Все равно тут всех надо прокачивать. Без вариантов. Да, слушай, скорость 4x и не лагает, мне это нравится. Довольно прикольно. Во многих играх, где скорость увеличивается, там идут лаги, подлаги, блин, достало. И что ж тут такого... Ну ладно. Интереснее даже стало. Пригодится. Поехали. Так, интересно, если я 46 уровень подниму, я смогу еще одну цепочку сделать? О, на арене еще ж надо попинать там всех. Так, хорошо. Так, тут на элитке какой-нибудь нельзя проходить это все. Чтобы было. Ой, блин, 54. Ладно, давай попробуем. Чувствую здесь, да. Будет запором. Ну, точнее, запором. Ну, что-то типа из-за этого. Из этих стихий. Так, в принципе, пока неплохо справляемся. Мы же очень. Так-с. Ну, я не знаю, следующее-то мы потянем или нет. Я не знаю, возвращайся. Засранец какой. Помощь ангелов. Блин, а где эти ангелов-то надо бы сейчас? Простые ядрить напополам. Помощь ангелам нужна. Ну, сейчас, конечно, сдохнут, дай бог, если... Хотя, судя по тому, что он дьявол бегает, то до ангелов мне немножко далековато будет добираться. Ого. Это будет проблема. Это серьезная проблема. Что значит, меня стерли в порошок, да? Да уж. Ну хоть 2 звезды получил. Все, доплавались. Так. Помощь ангела. Единорожек. Ему что, блин, морковку дать или засунуть в одно место? Могу и то, и это, только толку от этого будет вряд ли какого-то. Ладно, с компанией линяем.
Поход гильдии, да, 40 уровень, вспомнил. Подземелье, обожаю подземелье. Ответ нет. Так, здесь мы все забрали. Сколько там силы-то будет подземелья? Можно смело не идти даже. Это бесполезно пока что. Мне надо усиливать войска. Надо усилить их конкретно. Что у нас тут по музею? О, да, очень круто. Толк был бы еще. Цитадель, защита. Добавить. Кого мы можем добавить? Конечно, никого. Защита. Без железный голем. Себе я еще понимал, что эти карты означают. Так, это защита, цитадель, стрелок, бастион, штурм, замок. Ёп. У меня уже мозги плавятся от такого, хотя погоди-ка. Ну ладно, потом уже будем распределять наши невозможные возможности. Так. О, аресталище, а ну-ка сходим на это чудо аресталище. Так, 44, сила, тут 22, пошли-ка ему напинаем, не в ему там делать. Стоит недооценивать сердце чемпиона. Пояснение, вырванное из груди. Так, ладно, ставим эту красавицу, идем в бой. Надо все-таки наших основных попытаться подпрокачать доспехи сейчас. Вариантов я не вижу. Йоу, они меня сейчас пробьют хорошо по флангам. Я только выиграл за счет того, что... Много их сильнее, вот и все. Лучше, чтобы эти карты перемешивались. Ай, так, ранг. Это вообще 17 тысяч. Серьезно, что ли? Прикольно. Вот это нормально. Сейчас пинков быстро надаемся. Подхилил, молодец. Не, я не хочу просто здесь скорость увеличивать, смысла не вижу. Но какую-то хренотень еще плюс получаем, это хорошо, наверное. Я вот не понимаю, они здесь рука, что ли, да? Странно как-то выглядит. Так, еще один 17 тысяч, ты издеваешься. Все такие слабые впереди делают всей планеты. У меня такой вопрос жесткий.
Ну хотя ладно. Так, вот сейчас мне пойдут опять пробивать по флангу. Может реально попробовать фланг закрыть? Да уж, не то, чтобы я хотел. Но, в принципе, пойдет. Ну, еще один 19 тысяч. Ты прикалываешься, игра. Можно сразу на уровне 500 перескочить, я так полагаю. Антракошка. Блин, ну туда если его засуну, тоже не вариант. Надо строй, да, немножко подобменять. Конечно, что мне не надо, то мне и дают. Вот золото нет, оно хотя мне и надо, но в принципе не в таких количествах. Одна попытка, последняя, 19. О, ну хотя бы на ранг-то более-менее человечески сменились. Это будет, конечно, интересней. Хотя, скорее всего, не в этой серии, а в следующей. Хотя нет, я посмотрю по времени. Не, в следующей серии уже будем сундучки открывать. Или в этой. Сейчас посмотрим. Не то. Не то, зараза, пальто. Да, сколько можно купить? Что защита-то? А, да, у меня же защита. А вот защиту мы поставим тогда, пожалуй, вот так вот. Так, исследование склепов, напасть на склеп. Какая прелесть. Ну, поперли короли подземелья там несколько раз. Пройдем, какой у нас тут уровень, вот этот, да? Разве его? Не уверен. Но хотя давай попробуем. Мне эти книжки-то, в принципе, нужны только. А, 52-60. Ну да, мы справимся. Так. Ну да. Сундучки следующей серии будем открывать. Да не, спокойно справляемся. Никаких проблем пока что я не вижу. Даже бонусную книжечку дали. Так, демониц. Вот
сюда прячу. А нет, вот. На защиту вот этого. Будет поэффективнее, я думаю. Да, думаю, будет поэффективнее, раз так 50. Ну вот, на дракона нападают. Ну, это нормально. Дракон мощный, выдержит. А уже намного тяжелее, кстати. Как ни крути. От 5 секунд никуда не тянет. Так, ладно, давай-ка мы тут. Так, ну мы вроде как раз прошли 5 подземелий, что и нужно было. Угу. Так, сокровищница гномов подождет. По поводу заданий. Открываем. Так, привилегии появились, надо же. Но они, правда, и были. Но максимальная энергия плюс 5 меня, конечно, с одной стороны это радует, с другой удивляет. Сказал бы что, но промолчу лучше. Так, снаряжение. Открывайся. Что ты мне подгонишь? Такое себе. Так-с. В смысле, у кого там тут четвертый? Дуэль заступников. У меня, слушайте, от некоторых вещей здесь реально мозг пока взрывается. Но набеги это все потом. Тут мы еще успеем побегать опять же. А вот отряды мне нужны в срочном порядке. Во-первых, тебя. Нет, не тебя. Так, для начала займемся, скорее всего, конниками, войсками ближнего боя. Они у нас авангард, как бы, так что без вариантов. Так, улучшение сразу делаем. Как ты ел и палы. 33. Да, буду таким способом улучшать. Хотя это не очень-то эффективно. В принципе, я могу попробовать додуматься кое-что еще сделать. Давай-ка откроем все-таки сундуки. Роль-то это не играет слишком сильно. Там один бесплатный должен быть или нет? Ладно, давай стольник сразу. Да ни хрена себе. А хорошие вещи-то дают. Я думал, мне будут га всякое давать. А оказывается, смотри-ка. Да, очень хорошие вещи дают. Да, хотелось бы побольше. Ладно, оставлю 6 ключей, фиг ты с ним. А вот это уже интересно. Вот это вот самые козырные контейнеры, которые есть. Самое меньшее и попадается самое лучшее. Отлично, ты кто? На, здрасте.
SR, а там SSR. То есть ранг здесь, да, двойной S, значит 3S это будет самый лучший ранг. Ну, порядок. Так, все, вышли. Давай-ка в почту. Good. Так, артефакты. Ну, вот сейчас посмотрим, кстати. Может, артефакты что-нибудь не подгонят получше. А, я понял. То есть определенные виды войск усиливают. Вот в чем прикол. То есть у нас есть артефакты воды, земли и всяких стихий, и от них улучшаются определенные виды войск, которые к этому принадлежат. Охренеть можно, я что-то и не думал об этом. Вот как это работает. Нежданка. Так, ладно. На этом, пожалуй, закончу. Продолжим в следующих сериях. Всем удачи, всем пока.